don't think kids think pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right, if they head right, Biggie there, and I. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us, talk, go through us. Girls want to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC easily. Take that. Recently, frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace. Cubans with the Jesus piece, with my peace. Packing, asking who want it, you got it, flaunt it. That Brooklyn bull, we on it. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. I put O's in NY onto DKNY, Miami, D.C. Мировая серия покера в этом году проходит под аккомпанемент летних дождей. Сегодня тоже идет дождь, но даже это не остановило наших футболистов-покеристов, чтобы собраться в 9 утра и показать красивый футбол. Ну, по крайней мере, так они обещали. Rapping about blunts and broads, is them bras, menage a trois, sex and expensive cars, I still leave you on the pavement, condo paid for, no car payment, at my arraignment, no for the plaintiff, your daughter's tied up in the Brooklyn basement, face it, not guilty, that's how I stay still, richer than richer, till you just come and get me. Ну расскажи, как проходит футбол? Пока что больше разговариваем, чем играем. Почему ты не играешь? Ты же у нас такой в покерном мире после Александра Денисова, естественно, амбассадор футбольный. Так наша команда сейчас сидит, отдыхает, набирает сил. И буквально через... Сколько осталось? Сейчас узнаем. Я Ридок в микрофон! Через 2 минуты мы выйдем на поле и будем демонстрировать все, на что способны. Максим, слушай, я должна признаться, пустила слух, что на поле профессиональный футболист. Можешь рассказать, где ты учился футболу, из-за кого ты играл и когда? Играл много где. Закончил играть где-то лет 19, наверное. Ну, по Минску команды, ты, наверное, их не знаешь. Ну, там, Динамо, Батэ, Дубль. А тебе не скучно играть против непрофессионалов? Нет, весело. Особенно, когда майки снимают. Можешь оценить Павла Коваленко как тренера? Как тренера? Ой, он же не тренер, он капитан команды. Капитан команды. Ну, честно, я не хотел с ним играть в команде. Он очень давит авторитетом и теряешься на его фоне просто. Ты боялся потеряться на фоне Коваленко, я тебя умоляю. Знаете, как Паша в команду назначал? Там 3 капитана стояло, и 2 капитана говорили, а, вот как тебя зовут, можно тебя к нам, можно тебя? Как делал Паша? Ты! Ты! Ты это видел? К сожалению, я это тоже видел. Все это видели. А Филатов классный. Ну, как игрок. В покер хороший, а как футболист, ну... Ну, на троечку. Во-первых, ты весь в крови. Щи. Так случилось. Скользко играть. Да, дождик же прошел, ты делал. Кстати, знаете, идет дождик, все падают. Я говорю, ребят, пойдемте, поехали домой, пожалуйста, овсянки хочется. Да какой, нужно спортом позаниматься хоть немножко, невозможно же постоянно играть. She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time, that digs on me. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I
ain't saying she a gold digger. She ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. Друзья, только что определился чемпион турнира «Колоссус». Первый перстень нашел своего чемпиона, и, по-моему, ты теперь не можешь найти мыло, да? Да. Андрей становится нашим первым победителем, мы тебя поздравляем. Ну, давай, показывай, что у тебя там за проблема с кольцом. Ну, слишком маленький размер. Ну, мизинец надо было натягивать. Уже поздно. Да, можешь попробовать? Кстати, он не шутит. Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to fuck with Usher. I don't care what none of y'all say, I still love her. Now I ain't saying she a gold digger. Говорят, что ты больше кэш-игрок, чем турнирный, правда? Да, в последнее время. Я начинал с турниров, а потом перешел в кэш. А этот турнир так. Случайно? Да, я ждал с утра очередь кэш, и она не собралась, и... Я плюнул и пошел сюда. 18 years, she got one of your kids. Got you for 18 years. I know somebody paying child support for one of his kids. His baby mama car crib is bigger than his. You will see him on. Как ты уже сказал, на этой серии у всех два вопроса. Да. Тебе. Первый вопрос. Не украл ли я эту футболку? Украл эту футболку, вот обратите внимание. И что случилось с твоей ногой? Давай начнем с футболки, потому что это прям более интригующе. Футболка — это такой дизайн, на самом деле. Это есть такая фирма Palm Angels. Сегодня вот я ее одел, и все спрашивают, не украл ли я ее в магазине. Один мужик даже говорит, типа, что за дураки придумали такую историю. На самом деле это очень крутые ребята, и буквально там за какой-то отрезок в 5 лет они стали топовыми чуваками вот в сфере дизайна. Сколько стоит футболка? $300. Ого, $300 за футболку не жалко отдать? Что с ногой? Слушай, так приключилось, что я это летал отдыхать в Тай перед серией и на байке упал на ногу. И чуть-чуть ее повредил. Но я думаю, что в ближайшее время выздороветь, все будет нормально. Вообще турнир сказался хорошо. Я даже стрит флэш поймал разочек. Во второй раздаче выбил Филатова. Уже было приятно. Он был пьяненький, конечно, поэтому оплатил все. Филатов пьяненький? Да. Первый раз. Я не верю. Было. Да, ну нет. А было. Да не было. Конечно. Может, спроси у него. Замажем? Замажем. Хорошо, насколько? Или на что? Давай на желание, но с возможностью 5 вето. Дил, короче, дил, сделка. Какой-то фигни подписался. Вербальная сделка заключена в штате Краснодарский край. When the Super Bowl and drive off in a Hyundai, she was supposed to buy your shorty Tyco with your money. She went to the doctor, got Lyco with your money. She walk around looking like Michael with your money. Should have got that. Я сказала, не может быть только не пьяным. Я никогда в жизни не был пьяным, все. Ты на 100% это гарантируешь, потому что мы с ним замазались. Я не знаю, может, мне подсыпали что-нибудь, витамины. Отлично, Андрей. Ты мне должен желание. 18 years, and on her 18th birthday found out it wasn't his. Now I ain't saying she a gold digger. 11 000 условных единиц Илья Трифонов забирает сегодня из казино Сочи, заняв 7-е место в турнире «Колоссус» и оставшись буквально в нескольких шагах от кольца WSOP Circuit Russia. Мне эти 11 тысяч выдали фишками. Это было три фишки. $5000, $5000, $5000. И у меня в руках $11000 и три пластмасски, которые я могу уронить, они могут закатиться куда-то, и все. Я вот так вцепился в них и на кассу побежал. Я приехал за кольцом, я даже комментарий оставлял, если ты помнишь, что я готов задушить за кольцо. Ты говорил задушить Машу, ты готов за кольцо, а не просто задушить. Мы нашли ее, друзья, на этом мы прерываемся. Среди рогов, порой.
друзья, топ-1 тема на Gypsy Team сегодня утром, когда я проснулась, была Дмитрий Шахов тильтанул на мировой серии. Ладно. Как это было? Просто весь день меня гоняли с одного стола на другой. Я пытался хоть как-то следить, как там Толик заливает фишки. Тут я сажусь просто на стул, последнее, просто убежище, обычный стулик, и мне говорят, проваливайте со стула. Дилер говорит. И тут у меня бомбануло. Что ты сделал? Я? Так фишки. Не, я мышку бросил. Мышку? Мышку. Ты там был, расскажи. Я думал, ноутбук швырнул. Я еще не столько зарабатываю. Мышку можно. Ноутбук. Сколько мышек уничтожено за все турниры? За турниры нет. Но дома я штук 25 раз бил. За... Да он псих, я тебе говорю, вы взяли, он потом вас всех... Вот ты говоришь, что мне интереснее время на работу тратить. Мы об одной и той же работе, вот этой? Я так покер показываю. Это рукой вот так дергать. Все верно. Если бы мы играли в крокодил, я бы так покер показывала. Ну, это, кстати, похоже. Можно еще вот так вот, но это похоже уже на дебилизм какой-то. Так работа-то вот эта самая? Да, да, вот это самое. Но у меня, правда, знаешь, это выглядит не вот так вот, это выглядит вот так вот. Но вообще да. Крокодили, если бы ты начал это показывать, я бы не угадала. Не, они бы подумали, что я какой-нибудь дотер, скорее всего. First, please. Where are you from? How do you play poker? Is it your profession? No, I'm from Australia, and I'm a social player in poker. What is your the biggest poker success? I came fourth in the Aussie Millions 10 years ago, when I was younger. Anyway, when I was younger. When you was a young little boy. Yes. А с чего начать бизнес девочки, которая вот только заканчивает университет? Не начинать бизнес. Спасибо. Ты знаешь, что чемпионы прошлого года WSOP Socket Russia ходят с кольцами? Где твое кольцо? Ты вообще? То есть для тебя это ничего не значит? Дома на полочке стоит. Значит, у всех свои приметы. У меня вот кольцо мое главное и единственное. Другие кольца себе на пальцы надевать и не собираюсь. Ты прошел онлайн-день, уже дома попал в призы. Как тебе такая система? Замечательная система, как раз таки какие-то недорогие события. Мне кажется, очень хорошо играть по такой системе и приходить уже вживую играть на какие-то важные стадии. То есть я эту систему одобряю и буду использовать ее, если предоставится такая возможность в дальнейшем. Я 10 лет ездил в эту долбанную пустыню, и за 10 лет мало того, что ничего не выиграл, так у меня просто ни одной финалки не было. И вот, наконец-то, с 2011 года, когда я первый раз поехал туда, я вышел на финалку, еще и выиграл, и еще и без дележки, то есть это просто... Пушка. Это, знаешь, это как пройденный босс в компьютерной игре, типа, вот я никак не мог пройти этого босса, да, я не мог пройти этого босса, и вот, наконец-то, это случилось. У игрока тур 7. Итак, дамы и господа, всем игрокам поздравляю. Жили в задачнике 1-1. Стали они драться 1-1. И вот один зарубил одного, и вот не осталось от них ничего. Как интересно у вас тут в главном турнире. Мы там сидим возле клоузера и монстр стека, и вообще время теряем.